«Газпром». «Газпром» принимал команду «БК Восток», бывший «Черный снег». Была повержена с разницей порядка 20 очков. Первую половину держалась команда. Но потом «Газпром» включил скорости. Одну из главных ролей играл Сергей Мазур. Да, Сергей в форме «Газпрома». Сергей, да. Как ваши дела в новом сезоне? Ну, начали пока сезон. Начали с победы. Ну, в принципе, да, неплохо. Важно не как начинаешь, да, как заканчиваешь. Вы же вице-чемпионы, да? Вроде бы, да. Вроде бы, да. А сколько тройков сегодня попал, считал? По-моему, один. Ну, они... Да не, побольше. Ну, два. Я более, как мне кажется, сейчас... Стал командным игроком. Не то, что командным, больше и под кольцо еще, средний бросок. Средний, проходник. Да. А трешки, когда надо, тогда забить. Ну, не так много игроков у вас в команде в ротации, да, поэтому приходится брать функции на себя. Так, что по поводу «Востока» скажешь? «Черный снег» усилился, да, там очень-очень неплохая команда, я считаю, в принципе. Собрали игроков, ну, наверное, сыгранности надо какое-то время. Плюс, в принципе, физика у них есть, все есть. Я считаю, сыграться, и очень хорошая команда, она многим... Попортит крови в этом сезоне, это 100%. Ага, у вас кто еще играет? Милосердов сегодня был, где Авлиев, кстати, которого ожидали? А, не знаю, такой информации не обладаем. Наверное, будет, может, когда-то какие-то игры. Ну, в принципе, Милосердов сошел. Вошел, да? На опыте. Видит более-менее нормально. На этом уровне. Все в порядке. Все в порядке. Ладно, давай. Неплохой. Поздравляю.